Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции «Вилка». Следующее заболевание глаз, катаракта, тяжелое заболевание, скажем так. Но здесь упрек многим нам, людям. Мы доводим себя до такого состояния, когда что? Помутнение хрусталика глазика, которое официально называется катарактой, уже человека что? Завладело. Человек ждет, не идет в больницу, думает, та пройдет, та ось там. Ну, здесь, уважаемые зрители, мы скажем, что мы сами виноваты в состоянии этого болезни. Этой болезни. Мы довели сами себя до такого состояния. Потому диагностика 12 меридианов здесь важна. Почему? Ответ сразу же мы говорим. Хрусталик глаза контролирует меридиан сердца, меридиан печени. Вот основных два меридиана, которые контролируют хрусталик глаза. Также глаза контролируют те меридианы, которые там проходят, либо встречаются около орбиты глаз. И мы знаем, что меридиан толстого кишечника, пожалуйста, обратите внимание, он контролирует что? Глаза. И если вы не знаете, в каком состоянии диагностика 12 меридианов, ну давайте мы возьмем меридиан сердца, меридиан печени контролирует глаза, меридиан толстого кишечника, меридиан желудка, меридиан желчного пузыря, меридиан тонкого кишечника, меридиан мочевого пузыря, вот уже 7 меридианов. В каком состоянии эти меридианы? Человек скажет, я не знаю. А еще меридиан тройного обогревателя, извините. Вот уже 8. Я не знаю. Я говорю, что вы будете лечить? Ну, все разводят руками. Ну, хорошо, возьмем мы точку G5 и анции. Будем ее потихонечку массажировать для профилактики при тех или иных заболеваниях. А болезнь будет дальше прогрессировать. И скажет, вот мы послушали лекцию, какой плохой, глупый доктор Константин. Чтобы этого не было, уважаемый зритель, помните, диагностика 12 меридианов вас, вам приоткроет глубину всей болезни. Может быть, дело не в хрусталике, а может меридиан сердца не работает, который контролирует хрусталик. А может меридиан печени воспален, и вот сердце слабое, а меридиан печени воспален. Или наоборот, меридиан печени слабый, а сердце воспалено, вследствие чего борьба, а эта борьба может отразиться на вашем хрусталике, не дай бог, вследствие чего болезнь. Также мы знаем, что катаракта — это расстройство зрения. Вот. Многие говорят, что катаракта проявляет себя в пожилом возрасте. Да, это правда, но есть одно «но» в пожилом возрасте. Мало то, что человек иссякает энергия, здесь нужно это подчеркнуть, энергия уходит, энергии не хватает. Но есть еще один такой маленький нюанс. Вы знаете, многие люди, скажем так, частенько болеют. И болезнь их что? Истощает организм. И это истощение, скажем так, негативно проявляется вот таким вот заболеванием катаракты. Поэтому не давайте вашему, скажем так, организму истощаться той или иной болезни. Некоторые люди, скажем так, злоупотребляют, простите, лекарственными препаратами, которые же вас и губят. Помните, везде должна быть мера. Вот самые основные критерии, которые развивают в нас с вами катаракту. Чтобы этого не было, помните, здесь диагностика 12 меридианов обязательно и никаких «но». Почему? Потому что она раскрывает тонкости и нюансы тех 8 меридианов, которые контролируют наше с вами зрение. Здесь мы, конечно, не сказали об основном меридиане, который контролирует остроту зрения. Это поджелудочная железа. Помните, она контролирует остроту зрения. Вот в каком состоянии поджелудочная железа? Человек разводит руками. Я говорю, ну чем я могу помочь? Ну, могу посоветовать то-то, то-то, то-то. Но это на 100% не даст вам помощи. Но и хуже не станет. Но тем не менее, диагностика 12 миллионов, она раскроет потенциал. И точка G5 янцы для профилактики от катаракты, для улучшения зрения, ну и для что? Яньский поток, ложбинка Ян, для активизации яньской энергии. Помните, глаза находятся на голове, голова — это Янь, ноги — это Инь, вследствие чего что яньская энергия начнет циркулировать и что будет выполнять свою миссию. Спасибо за внимание.